Хей, окей, с вами Шимки, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Detention. Detention. Это японский хоррор. Да, это снова хорроры, мы перешли на хорроры. Теперь у нас не только RPG и Metroidvania, но и хорроры. Погнали, новая игра. Посмотрим, что получится еще. Ну вообще, как оно выйдет, все. Балансировки здесь... Из балансировки только настройка звука, и то там одна шкала общая, графики нету, яркость только есть, ну язык русский. Класс, дальнейший материал, будь внимательны, он войдет в итоговую контрольную. Указывает за период ряд местных военачальников. Ага, то есть идея еще вас должен успевать читать, спасибо. Заметьте, президент начал северный поход, который... Глядите, инструктор Бай. Мисс Инь, можно вас на пару слов? Хорошо, класс. Что больше? Чё-чё-чё-чё-то там. Мисс Инь. Вы когда-нибудь видели этот список? А челик, походу, заснул полностью, да? Вот. До отключки. Я что, уснул? А куда все подевались? Как-то вышло, что тут никого нету. Штормовое предупреждение. В это время года не должно быть тайфунов. Что произошло? Так, как вообще тут ходить? А, я хожу мышкой. Я перемещаюсь туда, куда я нажал. Снаружи темнеет. Мне нужно идти домой. Это мое место. Стулья не шибко удобные, но я как уже к ним привык. Что-то есть. На столе лежит записка. Добавлена в журнал. Куда ушла мисс Инь? Куда ушла мисс Инь? Кто бы не составил этот записку, но и он явно волновался за мисс Инь. В последнее время мисс Инь часто берет больничным. Это странно. И не говори, теперь не могу тех, кого присылают ей на замену. Так, School Landman. На самом деле, у... Это Ч, это Г? А, Ги, это гимн. Да, наша, это Г, Г. У нашего гимна, нашей школы, вполне приличная мелодия. А вот текст воспринимает лишь как патриотическая повестка. Школьное правило и лозунг. Первым делом нас заставляет учить школьный девиз и правила... Будь честен, будь храбр, будь верен, будь скромен. Так, эти постулаты, которые придумал наш директор, мисс Шень, вдалбливает в наши головы, чтобы навязать моральные ценности. Мне немного не нравится шериф, наверное, неудобно читать вот эту всю хайту. Я японец, да, я могу говорить акцентом. Так, подожди, как это закрыть? Ага. Так, положи в свой блокнот. Короче, мы, как я понял, просто... Это квест. Штормовое предупреждение. Вроде пока шла история. История, погода была замечательной. Так, это расписание занятий нашего класса. Неужели я проспал все послеобеденные занятия? А, так я могу просто удерживать мышку, получается. Дверь заперта. Так, мы на втором этаже, как я понимаю. На подоконнике лежит клочок бумаги. Добавлено в журнал. Набросок старого чего-то там.
Sketch of old Daniel Tree. Какого-то, короче, старого дерева. Старый набросок баньяна из школьного двора. Под деревом виден чей-то силуэт. В кабинете стоит пугающая тишина. Они что, все ушли домой? Дверь заперта. Так, мне сейчас немножечко нужно понять, где я вообще нахожусь. Я понимаю, что я на втором этаже нахожусь. Кабинет 203. Это наш класс. Как же я мог так долго спать? Короче, как я понимаю, это туалета. Женский туалет. Мне туда не положено. Я не хочу в туалет. Ну, мне понятно, предлагают пойти на первый этаж, да? Выход находится в другой стороне. Wait. А да, подождите, здесь получается у нас еще есть два крыла, да? Или нет? Пока что я пытаюсь как-то немножко разобраться. Вход находится в другой стороне. Ладненько, давайте, короче, пока не будем морочить себе голову. Если это линейная игра, то она будет просто идти линейно. На изучение нам дано это просто записки, как я понимаю. И все. Наверх мы по-любому поднимемся, потому что нам... Ну, туда вообще доступно. Добавлен журнал. Публичное объявление. Объявление. В свете нашей войны с материковым Китаем инструктор Бай просит сообщать обо всех учениках, симпатизирующих коммунистам или подающих признаки измены. Для информаторов предусмотрены щедрые награды. Это еще военно типа времечко идет. Так, ритуальные результаты школьных литературных конкурсов. Их проводят только ради пропаганды, патриотизма и восхваления президента. Говорят, иногда там спит мистер Гао. Заперто, не думаю, что там кто-то есть. Мистер Гао или полковник Гао, как мы его зовем за его спиной. Ветеран войны. Это был учебный кабинет. Пока наш завхоз мистер Гао не оборудовал там склад и в свое спальное место. Так, окей, ящик еще какой-то. Оно в чем-то. Получен рычаг. Алмазная сутра? Зачем кому-то вешать это на стену? Впрочем, я не знаком с буддийскими учениями. Это комбинезон, весь в грязи. Запах просто кошмарный. Чел, наверное, потому что это все-таки не грязь. Гадость, никогда бы его не надел. Керосиновый обогреватель. Мы собирались вокруг него и весело проводили время. Еще прошлой зимой. Так, как я понимаю, я сюда больше уже не вернусь. Хотя нет, подожди, мне нужно посмотреть, что там на полу валялось. Керосин... А, все ясно. Это часть керосинового обогревателя. Думаю, это пульт управления подъемной дверью. Открыть? Ну, открывай. А, тут вопрос, да, открыть. Это механическая лебедка. На крышке есть инструкция. Думаю, мне нужен подходящий рычаг, который у нас есть. Рычаг. Рычаг используется для управления неким механизмом.
Смотрите, если на меня что-то выскочит. У меня наушники на всю, ребята. Не знаю, как вам слышали или не слышно, но мне очень слышна игра. Понятное дело, что мне туда идти. Клумба с нарциссами. Лишь один из них цепляется за жизнь. Что-то по... торчит из земли. Выкопать? Да. Старая фотография. Старая фотография. Не могу понять, кто изображен на ней. Но тут есть цитата. Корни, растущие под землей, не получают благородности за питание растущих над землей плодов. Короче, понятно, вы хотите, чтобы я это сейчас сорвал. Все нарциссы, кроме одного, погибли. Табличка, кабинет директора. Закрыт. Что-то мне кажется, что мне этот нарцисс потом понадобится. Но пока что сделан в 3D виде довольно приятно. Ну, если так бегать, смотреть, изучать. Мне главное, чтобы все было плавненько, все... А, все? Мы домой уходим. Не, пока школа. Хотя, вдруг это и одна школа здоровая. Стоп, это одна здоровая школа? Так, кратчайший путь домой через актовый зал. Войти, ну, пошли. Пожалуйста, не пугайте меня сейчас пока что. Я водички попью. Все, я готов. Ну, окей, оказывается, мы здесь не одни. Зеркало в полный рост. Как там, интересно, моя рубашка, она расплавилась? Моя рубашка, какая рубашка, причем здесь расплавилась? Кто эта девушка? Она спит? Привет. Не отвечает. Наверное, мне надо подняться на сцену. Рубашка. Какой-то мусор и старая военная куртка. Ничего особенного. Ну ладненько. Привет. Просыпайся, тебе не следует здесь находиться. Наш герой, короче, Вэй. В актовом зале. Ты спала на сцене. Что? Занятия отменили из-за тайфуна. Тайфуна? Ты первый, кого я встретил по пути из моего класса. Странно. Как я тут? Ну, может, найти уже темнеет. И начинается ливень. Постой. Мой кулон пропал. Что? Ты не видел мой кулон? Кажется, нет. А, кажется, нет. Как же так? Должно быть, я его где-то потеряла. Я не уйду без него. Странно видеть здесь школьный стол. Он нужен для постановки. Окей, давайте искать. Там что-то есть. Но я не могу дотянуться. Вот как раз это наш кулончик. Странная вытяжка. Питание вентилятора выключено. Неясный шум доносится с одной шахты.
И это довольно плохо. Очень плохо. Флагштоки и таблички. Это барахло используется на школьных собраниях. В корзине лежит зонт. Взять зонт, да. Сломанный зонтик. Ну, в принципе, даже сломанным зонтом мы с вами можем достать колонну. Главное, чтобы ни оттуда ничего не вылезло, так как он говорит, что это внизу шахты есть. А мы не забываем, что это хоррор. Так, получен предмет. Колонна из белого нефрита. Девчонка. Так, кузлом без нефрита в виде оленя. Изящный кулон из белого нефрита в форме оленя. Его зачем-то выбросили в шахту. Вентиляция. Это твое украшение? Это твое украшение? Ты нашел его? Здорово, спасибо. Где оно было? В кладовой комнате. Кажется. Кто-то выкинул его в вентиляцию. Что? Как она могла там оказаться? Ладно, неважно. Главное, что нашлось. Пойдем домой, пока не ливануло. Конечно. Подозрительная девчулечка. Очень подозрительная. Ого, дождь разошелся не на шутку. Тут становится опасно, надо идти. Та-дам. Этот камень здесь уже довольно долго. Говорят, он откололся от небольшого храма на вершине горы. Этот пост безопасности у главных ворот. Похоже, даже охранник ушел домой. А вот и выход с территории школы. Это пост без... Ну, а что тут написано? Ну ладно, погнали. Что? Мост обрушился. Не может быть. Боже. Постой, почему река красная? Похоже на... Как будто кровь. Кровь? Не говори так. Прости, я не подумал. В чем же дело? Ладно, давай успокоимся и все обдумаем. Должен ведь быть разумное объяснение. Почему она красная? Даже мутная вода не бывает такого цвета. Ага, кажется, я понял. Выше по реке расположено несколько фабрик. Похоже, они сбрасывают химические отходы в реку под прикрытием тайфуна. Ты уверен? Я слышал, как люди обсуждали это. Возможно, ты прав. Проблема в том, что без моста нам не перейти на ту сторону. Поэтому мосту каждый день ходят сотни людей. И его следовало лучше обслуживать. Как по мне, нам стоит вернуться в школу, ничего там стоять, тут подождем. Действительно. Не волнуйся, это просто тайфун. В школе достаточно припасов, чтобы переждать бурю. Хорошо. Думаю, я могу тебе доверить. Кажется, ты надежный человек. Я просто пытаюсь быть оптимистическим. Ну что ж, пойдем. Да, это не добро, это не добро. Это очень, ребята, плохо. Эх, я устала и все промокло. Что за день? Просто отдохни, возможно, нам придется провести тут всю ночь. О, подожди. Кажется, я так и не поблагодарила тебя за то, что ты нашел мой кулон. Я Фан Рэй, Синь. Староста из класса Мисс Инь. Зови меня Рэй. А ты в каком ты классе? Значит, ты моя староста?
Мисс Фан, меня зовут Вэй, Джун Тин. Обойдемся без формальности, мне становится не по себе. Зови меня просто Рэй. Обычно мы не ходим в здание для старост. Я слышал, что там царит дух соперничества, и все готовы волосы на себе рвать ради учебы. Все не так ужасно. Многие из нас продолжают заниматься тем, чем хотят. Завидую. Ты скоро выпустишься, тебе не придется видеть Гуфона каждый день. Инструктор Абай? Я боюсь его даже полным именем называть. Ходят слухи, что в войну он был безжалостным убийцей. Не рискнул бы сказать это при нем. Мы все его боимся. А побаиваемся. Мы стараемся по возможности избегать его. Хе. Эй, ты, пойди сюда. Ты что, скрываешь? Ты что-то взял с коммунистами? Связался с коммунистами? Ого, прям точь-в-точь получилось. У меня аж мурашки по коже. Ха. Да не вешай нос. Твой выпускной уже в следующем году. Эх, жесть, это борьба. Эй, я не знаю, чем могу заняться. Я схожу позвонить с того телефона в офисе директора. Посмотрим, смогу ли я с кому-то-нибудь дозвониться. Затем я притащу обогреватель со склада и одеяло из медицинского кабинета. Доктора нам этого должно хватить. Отличная идея, тебе нужна помощь? Я справлюсь, мисс. Вам стоит отдохнуть, это мужское дело. Погоди-ка. Не принимай меня за одну из этих избалованных, нежных девушек. Между прочим, я способнее большинства парней. Прости, я не это имел в виду. Ничего тебе не стоило извиняться. Я знаю, ты просто хочешь помочь. Хорошо, как тебе такое? Я сделаю звонок, а потом ты вместе поищем и принесем все, что нужно. Да, Рэй Вэй, Рэй Вэй, Рэй Вэй. Да, звучит неплохо. Я буду ждать тебя здесь, только поторопись, уже темнеет. Ох. Так, а мы не исследовали еще вот эту, да, часть класса? Так, вопрос, что это за чертовщина? Вы хотите меня напугать уже в конце серии? Он сам идет. И я. Как будто тьма опустилась. Его шаги отдавали мягкие эхом, вызывая настрашающую тревогу. Нарастающую тревогу. Реальность ускользала, время же остановилось неподвижным. В горле встал комок, пустота начала поглощать меня. Во, прямо во, класс, класс, вот класс, что сейчас происходит. А? Почему, что произошло? Кажется, он не дышит. Он мертв? Но как? Он только что был в порядке. Боже мой, я только тебя встретила. Скажи, что это просто дурной сон. Так, Рэй, сделай глубокий вдох. На сцене лежит блокнот. Это дневник Вэя?
Я видела, как он посматривал его до этого. Может быть, там будет подсказка о том, что-то произошло? А что же тут произошло? О, сохранение. Что за кошмар? Так, стихотворение с предсказанием. Стихотворение с предсказанием из храма. Законы вселенной используй, чтобы колесо повернуть. Искрытый путь обнаружишь. Короче, нужно какое-то колесо будет. А, это улика. Старая фотография, больше у меня ничего такого нету. Короче, какое-то стихотворение из храма. Ну чё, в принципе, пошло уже что-то жарко. Поэтому, так сказать, мини-пролог мы с вами заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!